котел один работает. Второй работает. Это тоже крутится. Показания не изменяются. Смотрим. Котел работает. Вертушка крутится. Показания не изменяются. Как раз на минус 52 огня не было? Естественно, не работает. Зеленый горит, он здесь работает. Попробуй здесь, смотри, только что потом. Что он горит, куда приедет? Колесик крутится, он не работает. Ну все, выключай. Да, ну, я же сказал, 5 минут. Да, ну, нахуй, 5 минут. Колесо крутится, по нему видно.